Две стороны одной медали. Некогда заклятые соперники теперь объединились против общего врага. Прошло немало времени. Это путешествие сблизило их. Но и повлияло на них так, как они того точно не ожидали. Мир не черно-белый. Они способны на ужасные поступки, но также и на добрые. Определенно, прошли они через многое. Невозможное становится возможным, когда неудержимая сила встречает что-то несдвигаемое. А сейчас... Их момент истины. Нужно переступить через это. Не для того я взяла вакцину, чтобы все испортить. Только бы этой силы хватило. Радость пусть будет на самый худой конец. Эй, чего стоим? Иду! Кончились твои догонялки. Хватит. Ты думал, что сможешь сбежать? После того, что сделал? Но нет уж. Сегодня ты сдохнешь. У меня есть крутой напарник. Бадди показала себя как настоящий воин. Боец вне конкуренции. Тебе крышка. Мы через столько всего прошли. Наконец-то! Месть! Мы решительны победить. Мы не можем тебе проиграть. Ничто нас не остановит. Наш величайший момент будет... Чел, что происходит? Он над нами насмехается. Меня достало это шипито.
Где я там остановился? Да после такого ни одна тварь не посмеет встать у нас на пути! Бла-б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 ла
наконец... Нет, с тебя хватит. Теперь мой черед. Ты не прислушался. Растерял фокус под влиянием человека. Возможно, тебе стоит брать пример со своей лучшей версии. Владеть решимостью – та еще привилегия. Я был лишь твоим дополнением, но теперь смог обрести себя. Печально, что ты сбился со своего пути. Твоя решимость даровала мне цель и волю. В конце концов, ты меня и создал. Такую решимость нельзя растрачивать понапрасну. Пришло время новых методов. Теперь все в моих руках. И когда я покончу с карапузом, тот человек тоже... Да! Меня хватит! Ну же, просто так не умрешь ведь? И мне нужен союзник, чтобы одолеть эту дрянь. Твою ж, сука, мочел! Откуда у него столько мощи? Не знаю. Но нас двое, и мы решительны. Мы не для того через все прошли, чтобы проиграть. Выложимся на полную! Пусть будет так.
нужно продолжать нападать. Не сбавляем напор! Смотри под ноги, придурок! А ты за своими сраными фаерболами! Не отвлекаемся! Деремся вместе! Атакуй спереди, а я пойду сзади! Поняла! Давай огнем. Пошли! В этот раз вроде попало. Ты в порядке? Ничего. Попробуем... Чара? Еще раз. Кинь дымовую завесу. Возьми. Он меняет само восприятие реальности. Ну нет, я на такую хуйню не поведусь. Что, правда что ли? Реальность может начать искажаться. Но наша цель не меняется. Убить. Какого? Ха-ха!
кстати! Сторон. Пошли! Стреляй! Нужна пушка побольше! Огонь! Довольно.
убьет твое же имя! Эй, как там его звали? ХЗ. Все. Мразота! Да как ты, малявка? Батюшки, на этом канале столько много новых шоу. Я лишь жду ту новую комедию, которую Метатон Сансом анонсировали. Ах да, им пришлось в другой город отъехать ради этого. Если расскажем маме, то она точно психанет. У нас нет выбора. С теми двумя нельзя медлить. К тому же, мы ничего не можем скрывать от мамы. А, приветик, Фриз. Ой, а вот и мои детки. Как ваш поход в лес? Помоги мне! У меня идея! Жди сигнала! Вперед! Получилось! Погоди, что-то не так. Да как так-то? Стоп! Хватит! Ah!
чем дело? Где все хладнокровие? Ты же вроде как хладнокровный убийца, нет? Уничтожу! Даже такой силы недостаточно. Да что ты такое? Он что сейчас? Стой! Я не могу с ним справиться. Если я проиграю, то Бади... Мысль ужасает меня. Не сдавайся. Чара, приветик. А? Азриэль? Ты справишься? Но я убил тебя. Почему я о тебе думаю? Несмотря ни на что, на кое-что тебе было не плевать. На то, что ты Дримур. Может, между нами все вышло не очень хорошо. Но глубоко внутри, как твой брат, ты знаешь, что я всегда тебя любил. И всегда буду. Может, для нас с тобой и правда все уже слишком поздно. Но есть кое-кто другой. Я потеряла все, кроме тебя. Я не хочу потерять и тебя. Мы стоим друг за друга горой. Ты силен. Я знаю, ты надерешь ему сраку.
Ну, стоять! Ты! Клоунский кусок сала! То, что сказал другой Чара. Теперь я все понял. Решимость защищает тех, кто тебе дорог. Сильнее всех! Я спасу ее! Я решителен! Эти чувства. Никогда бы не подумал, что буду так чувствовать к человеку. Бадди? Бадди... Вставай! Он сдох? На это ушла вся моя решимость. Но я уничтожил эту штуку. Жалко, ты все пропустила. Это классно! Ты красав... Твою ж! Недурно меня потрепало. И энергии залечиться мне не хватает. Я получил по голове больше раз, чем я цифр знаю. Но, Бадди, победа за нами! Мы вышли победителями! В чем дело? Прости меня, Чара. Это я виновата. Ты не должен был этого делать. Ты же меня как-то спасла. Я лишь возвращаю должок. Ты не понимаешь. Ты принял радость. Синюю пилюлю. Я не успела тебе рассказать, что это...
это мое бремя. И оно должно было быть только моим. Я оставляла это для себя. До конца этой битвы. Это вакцина. Она предотвратит распространение мутации. Мутации? Когда ты принимаешь радость, ты не только привыкаешь к ней. Со временем ты превратишься с ужасного мутанта в бездушный, уродливый кусок плоти. Такова судьба всех, кто принимает радость. Эта вакцина была моей последней надеждой. Я бы приняла ее, преодолела зависимость и спасла себя. Но, видимо, я получила заслуженное. О чем ты говоришь? Возьми вакцину. Ее достаточно лишь для одного. Я не потяну тебя за собой. Спасай себя. Я больше не могу быть эгоисткой. Я потеряла всех, за кого переживала. Моих дядей, Дастина, Марти, даже Брэда. Я приелась. Но лишь на мгновение. Я смогла снова кому-то довериться. Ты спас меня в бою с той розовой сучкой. Магия залечила мои шрамы. А шоколад... Мне плевать, что о тебе говорят другие. Это чуть ли не самое доброе, что для меня делали. Может, ты и не разделишь мои чувства. Но ты... мой друг. Единственный друг. Возьми вакцину и забудь обо мне. Просто сделай это. Теперь ты свободен. Дастин. Дастин.
Почему? Зачем ты это сделал? Бадди Армстронг. Ты первый человек, что заслужил мое уважение. Ты искренна. Ты не лицемерка. Я вправду не знал, что и думать. Я видел в тебе брутальность, но и искренность. И в конце я осознал. Дело не в слабости или немощности, а в том, чтобы видеть ценность в человеке. Сражаясь с тобой бок о бок, я, ты... Трудно сказать, но... Похоже, я увидел в тебе эту ценность. Сначала я воспринял союз с тобой чисто как выгоду. Но со временем мне стала нравиться твоя компания. Мне кажется, ты... Нет! Ты в рот! Почему ты все так усложняешь? Почему ты просто меня не убил? Было бы все намного легче. Теперь мне придется видеть, как ты страдаешь из-за меня. Я лишь ломаю всем жизни. Что ж, иронично, не думаешь? Помнишь нашу с тобой драку? Мы поубивали друг друга сотни раз. А сейчас, глянь-ка на нас. Ты не такая предсказуемая, как все остальные. Думаю, ты преподала мне урок. Тебе ведома жестокость, но вместе с тем и сострадание. Я поменял взгляд на вещи. Ты человек, а я не хочу твоей смерти. Прямо как ты мне и говорила. Ненависть ослепляет и может заставить уничтожить даже что-то хорошее. А тот... другой чара. Он показал мне, что я мог быть счастлив. Но я не могу плюнуть на свои же действия. Свой выбор я сделал еще давно. Может, за все мои разрушения, такой судьбы я и заслуживаю. Но ты еще здесь. Для счастья мне не хватает и этого. Чара, со мной не сыщешь счастья. Ты должен был спасаться сам. А как же убей или будь убитым? Так обычно делал Азриэль. Похоже, так и делают друзья. Постой! Мой мир! Там могут быть еще вакцины! Правда? Есть еще? Не уверена, но шанс есть. Но как нам отсюда добраться туда?
тебя! Хватит! Все кончено. У нас ведь не было и шанса, да? И все это время ты лишь давал нам в него верить. Ты сдерживался, хотя мог уничтожить нас в мгновение. Был бы ты серьезен, от нас осталось бы лишь красное месиво. Мне неизвестны твои мотивы. Но, похоже, это уже и не важно. Не мне просить чего-либо. Но я прошу лишь одного. Что бы ты со мной ни сделал, отпусти Бадди. Ее мир ждет ее. Это я желал уничтожить этот мир. Прошу. Это лечит. Это место! Чел, это мой мир! Уверена, что мы найдем еще? Да, должны. Найдем ее. Доверься мне. Про оружие наше не забудь. Я чувствую, кто-то идет. Фриз, Казриэль и... Ториэль со Сгором. Что будешь делать? Скорее предпочту уйти и не узнать. Но перед этим... Прощай, Азриэль. С
чистого листа, Чара. Я буду с тобой на каждом шагу. Знаю. Пойдем добудем эту вакцину. Итак, они отправились в Олаф, назад в родной мир Бади. То место не подвластно моему взору Фриска, так что я не знаю, что произойдет с ними там. И все же я желаю им лучшего. Надеюсь, они усвоили важный урок и встанут на праведный путь. Но зато я могу рассказать вам об остальных. Фриск и Азриэль искали Чару и Бади повсюду. Какое-то время они были на стрёме, но потом все уладилось. Азриэль не знал, что делать с медальоном. Он долго не выходил у него из головы. Как-то он заметил, что Астель очень заинтересовалась медальоном, так что он подарил его ей. Альфис и Стерлинг очень сблизились. Оба нашли комфорт в компании друг друга. После всего, через что они прошли, Альфис возглавила подземелье, всеми силами стараясь улучшить жизни других. Началась новая эра для народа подземного мира. Бетти Нуар пришлось восстанавливаться от полученных ран и отложить свои планы. Поражение стало для нее как минимум унизительным. И все же это дало всем побольше времени пожить счастливой жизнью. Будучи спасенными Бади, Милли со своим дитя выбрались из военной зоны. После войны она попыталась отыскать Бади, дабы отблагодарить ее. Но Бади и след простыл. Она хорошо владела рисованием и почитала память портретами в ее честь. Хоть она и потеряла мужа на войне, но ее сын хотя бы остался с мамой. Чара мог вырасти счастливым вместе с любящей мамой. Гастер наконец обрел покой, зная, что больше никогда не увидит ни Чару, не Бади, но он еще держит обиду на Киви за то, что он заставил его увидеть тот день на мониторах. Киви – существо, не имеющее равных, хоть и с довольно простыми интересами, как, например, конфеты. Так я уговорил его помочь мне все это провернуть. Что же до меня? Я узрел нетривиальный способ преподать Чаре урок. Пустить по другому пути. Я проследил, чтобы Киви расчетливо вел их на всем протяжении.
Тот случай, когда Киви убил Чарус Бадди, вообще был чистой случайностью, и я был абсолютно против. Пришлось его за это наказать, но все равно, в основном он неплохо выполнил свою часть. Хорошая концовка. Так и завершается эта история. А теперь прошу прощения. Мне нужно проследить за крайне важными событиями мультивселенной. До встречи!
все слышала, что вы сказали. Где мой дядя?